Девочки, всем привет, всем доброе утро. Хотя уже, можно сказать, день. На часах уже 11 часов. Утро у меня сегодня началось максимально рано. Я встала в 7 утра. Вот, и уже успела побывать в больнице, сдать анализы. Вот, и приехала домой. Заскочила еще в Аврору. Мне нужно было срочно. Я выкинула свою терку. Такую вот терочку взяла. Вот, бытовая такая мелочь. И у меня закончилась вот эта штучка. Было у меня в запасе два. В общем, взяла с яблоком. Так, и что еще? Это мне вчера дали в филармонии расписание на расклад. Вот, потом посмотрю обязательно. Куда еще пойти? Вы знаете, что хочу вам сказать? Пару слов буквально. В прошлом влоге я вам немножко сняла кусочек филармонии. Было просто безумно круто. Я поняла, что я настолько люблю классическую музыку, настолько я скучаю по ней, вот, что я пришла домой и потом слушала в современной обработке целый день. Это настолько такой какой-то кайф, это какие-то такие высотно-частотные какие-то вибрации, это прям абсолютно что-то другое, чем все эти там асти, всякие там, ну, вот это все есть прочий мусор. Ну, конечно же, кому-то может это нравиться, но я хочу сказать, что я, если я меломан, то я меломан там Вивальди, Штраус, Моцарт, Чайковский. Это настолько круто. Это очень качественная музыка. Поэтому вчера я прям настолько... У меня вчера такое крутое настроение было. И я уже купила билеты на следующее. Вот. Потому что как-то... Единственный момент. В тревогу они всех спускают бомбы с ховища. Вот. И так как тревога, допустим, если это миги, то это может быть достаточно долго. Это не совсем, конечно, удобно. Ну, что такие сейчас реалии, и от них, к сожалению, никуда не уйти. Но учитывая того, что я живу в прифронтовом городе, и у нас работают и театры, и филармонии, и люди собирают донаты для наших защитников, это очень круто. Вот, и назла мне. Вот, это прям до слез. Так, и что хочу вам показать еще. В принципе, зачем я заходила в Аврору? За такими блокнотиками. Вы знаете, что я очень люблю скупать разные обучения в абсолютно разных областях. И в психологии, и в питании. Вот сейчас я купила марафон «Борьба против целлюлита». Там 21 день для того, чтобы уменьшить или убрать целлюлит в зависимости от вашей стадии. У меня нет как такового, даже массажистка. Вот я хожу на массаж, говорит, что нет у меня целлюлита выраженного, но... Я хочу заняться профилактикой и, конечно же, немного подкачать тело для тонуса. Поэтому я взяла для того, чтобы конспектировать. И второй блокнот у меня будет на марафон. Я купила, по-моему, «Стоп стресс» так называется. Ну, там буквально 3 лекции. Просто интересно послушать психолога. Вот, ее мнение. Так что буду заводить конспект. И хотела с вами еще поделиться. Я наконец-то начала пользоваться этим вот гребешком. Это Dyson. Вот, он шел в комплекте с моим феном. И знаю, что есть разные абсолютно комплектации. У кого-то travel чехол, у кого-то и travel чехол, и гребешок, и массажная щетка. Мне повезло, мне только повезло в кавычках, наверное. Я не знаю, может, это от цены зависит, или от комплектации, или от новинок. Только гребешок. И я сначала его знасинювала, я кто кажет. То есть я думаю, да, фигня какая-то. Не люблю я пользоваться такими с редкими зубьями. Но, девочки, я настолько ошибалась. Он настолько круто причесывает мои волосы, распутывает все колтуны после ветра. Это просто космос. Это просто мой фавор теперь. Настолько... Просто у меня 2 месяца лежал запакованный, вот. Не дам соврать, то есть просто лежал в этой упаковке внутри этого кейса, думаю, да, не буду пользоваться, зачем, у меня просто миллион расчесок. И насколько я была не права. В общем, это просто чудо. Вот реально это посмотрела, он стоит, по-моему, отдельно 1500 гривен, ну, дорого, конечно. Но теперь я понимаю, что он реально стоит каждую свою копеечку. Девочки, забрала я свой заказик с Алишки.
Первая посылочка. Вот такое вот классное колечко увидела у блогера в Инстаграме. Думаю, зайду, посмотрю на Али. Я не знаю, сколько оно мне прослужит, но мне кажется, оно такое милое. Посмотрите, как это красиво смотрится. Особенно будет красиво с френчем. По комфорту, по носке оно вроде бы нормально, не давит. Вот, красиво. Можно носить на этом пальчике, можно на большом. Но мне нравится на большом. И очки леопардовые. Я заказала, помните, я вам показывала такие голубые? Я решила заказать леопардовые. Как вам? Мне кажется, очень, ой, очень красиво смотрится. И в голубых все-таки, сейчас выключу свет. В голубых, мне кажется, немного более дискомфортно, потому что, ну, голубые стекла есть голубые. Здесь стекла затемненные, и это безумно красиво. Как вам? Мне кажется, просто супер. Вышла вам, девочки, показать на улицу, как смотрятся очки. Очень круто, мне так нравится. Класс. Колечко. Мы выпали из вентиляции у приміщення з купою важкої техніки. Трясся моєму вимені. Вирушисти. Девочки. Девочки, всем привет. Я продолжаю записывать влог. Я немножко приболела, я думаю, это видно по моему голосу. Вот, и честно говоря, если бы не выпускной у сына в саду на занятиях, я бы, наверное, на улице сегодня не выходила, но они готовятся, они репетируют, поэтому мне пришлось выходить. Как раз мне нужно было на почту сгонять. Такая вот у меня ночная рубашка из H&M, кстати. Очень прикольная такая, в сердечках. Это натуральная ткань. Мне так нравится, я ее так прям полюбила. Вот, и что хотела вам сказать. Мне трудно говорить, поэтому пока, наверное, видео будут на стопе, пока я не вернусь в свое ресурсное состояние. Потому что вчера у меня была температура, у меня дикая слабость, я не знаю, это, наверное, какой-то вирус. У меня перекачало всю семью, и сдалась и я. Всех, можно сказать, вылечила и сама подхватила. Это, конечно, ужасно, вот, потому что у меня нет возможности лежать, отдыхать, у меня ребенок. У меня работа, у меня дом, куча обучений, куча обязательств, куча работ. Поэтому я, к сожалению, не могу лечь и лежать, и просто спать. Аппетита у меня нет. Поэтому сегодня я уже приготовила борщ, отвела ребенка на занятия, была на почте в магазине. Сейчас вам покажу, что я получила с Алиэкспресс. Собственно, девочки, показывать особо нечего. Из Али, я думала, мне придет большая посылка, но мне пришла... Пришел мой чехол в оранжевом цвете. Кстати, он стоил очень-очень дешево. Я вам сейчас покажу свой MAC. Очень быстро трескаются они, поэтому я их часто меняю. Я не знаю, напишите, есть ли смысл заказывать с Али по 800, по 900 гривен эти такие накладки. Потому что, мне кажется, все равно они очень быстро портятся. У меня М1. Последняя модель А2. 23-37. Вообще у меня мечта-цель, я хочу поменять на М3, который сейчас вышел. Вот. Очень мне хочется. Стоит он, конечно, как крыло самолета, поэтому пока заказываю на старый. Не хотела вам показать. Смотрите, какой дождь. Безумный. Все, сейчас пойду пить горячий чай. Вот. И отдыхать. Как-то пытаться прийти в себя. Вот, девочки, видите, что случилось с моей старой штучкой? Она полностью треснула, вот, разломалась, уже куски просто сыпались. И вот так вот ярко и красиво выглядит теперь мой ноут. Мне очень нравится такой яркий летний цвет, оранжевый. На самом деле там был розовый, еще не помню, какой-то такой черный, но мне понравился оранжевый, красивый. Как вам?